хочешь узнать, сколько я потратил времени, чтобы собрать 30 бейблейдов? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage! Канал Бейзона кинул мне вызов собрать 30 бейблейдов на скорость. Ну что ж, вызов принят! Канал Бейзона собрал 30 бейблейдов за 3 минуты и 4 секунды. Интересно, за сколько справлюсь я? А также смотри это видео до конца и участвуй в конкурсе! Друзья, засекайте время, я начинаю! Привет, друзья! Я буду арбитром в этом поединке. И сейчас я запускаю таймер. Ну что ж, Тимофей, ты готов? Да! 3, 2, 1, вперед! И Тимофею надо собрать 30 бэев за 3 минуты 4 секунды. Что я вам хочу сказать, ребята? У нас разные бэи. У нас есть здесь и Hasbro, и Takara Tomy, и Китай. И некоторые детали просто не подходят друг к другу. Поэтому мы их разобрали вот так, чтобы они подходили друг к другу. Но я думаю, что сути не меняет. То есть собрать все равно их надо. Особенно китайские, которые иногда ну просто нереально собираются. Ну что ж, Тимофей, уже прошло полминуты. Уже даже 40 секунд. Поэтому тебе надо понемножку ускоряться. Время тикает. Время тикает, и уже вот еще чуть-чуть, и будет минутка. И... Ребята, а вы пробовали на скорость собирать бэй? Интересно, у кого-то получилось побить рекорд бэйзона? Сколько там уже времени? А время уже минута 18, даже уже минута 24. Собираем, собираем. Не забываем, что половина из этих бэев левосторонние, и можно запутаться. Вот еще через один, и Тима подходит к левосторонним Фафниру и Луинору. Так, погнали, погнали. Тимофей, время тикает. Уже почти 2 минуты прошло. Тяжело собирать? Да, не сильно. Не сильно тяжело? Ну, такой спортивный интерес есть, да? Получится или не получится? Не падай там на диване, пожалуйста. Давай. Наспор, Регулус пошел. Так, что это у нас? Валтроек. И сколько у нас? 2:21. Совсем чуть-чуть. Тима, давай, у тебя еще 5 бэев. А время остается Звулькин нос. Нету времени, чтобы что-то падало или не собиралось. И. Осталось 2 бэя, и время осталось 2:43, 2:45. Время осталось совсем чуть-чуть. И последний бейблейд. И 2:53. Я вот ставлю стоп. Ну, даже 2:54 там, по-моему, было. Посмотрите на время. Ну что ж, мы побили рекорд бэйзона. Ура! А тебе, слабо, за сколько ты соберешь 30 бэев? Напиши в комментариях. Мы сегодня будем разыгрывать 3 бейблейда, потому что на 2 бейблейда не нашелся никакой хозяин. А также мы объявим конкурс на новый бей. Друзья, сейчас мы с вами разыграем Экскалиуса синего. Уже который раз мы не можем найти хозяина для этого бэя. С нами просто не связываются. Поэтому, кто сейчас выиграет, свяжитесь с нами либо в соцсетях, либо по электронной почте. Найдите нас, и мы вышлем вам ваш приз. Ну что ж, Тимофей, поехали. Сейчас рандом будет собирать ваши комментарии. И мы найдем победителя, если у победителя будут открыты подписки. Вот именно. Итак, Тимофей, кто у нас?
Итак, мы посмотрим, открыты ли подписки у Шум. И смотрим, сейчас загружается. Смотрим. Так, Шу загрузился наконец-то канал, и мы смотрим. Каналы открыты. Отлично. Теперь остается только найти нас. Так, вот, Тим Витыч. Да. Ну что ж, мы тебя поздравляем. Шум, ты выиграл Экскалиуса синего. А теперь следующий у нас приз. Это Спрайзен легендарный. И мы продолжаем искать победителя. Надеемся, что тоже будет очень быстро. Найдется победитель. Так. Рандом собирает все комментарии. Денис Плей. Можно привет? Да, Денис, можно привет от Тимы. И заодно мы сейчас тебе посмотрим, открыты ли у тебя подписки. И может ты выиграешь сейчас праздно легендарного. Извиняюсь. Так. Подписки открыты. Реквием. И у Егора Мульта подписки не открыты. Как-то не получается у нас быстро разыграть спрайзы на Реквием. Дальше поехали. Нажал? Да. Отлично. Ждем. Кто же выиграет? ТВ Макс. Меня зовут Максим. Прекрасно, Максим. Может, ты выиграешь у нас прайз на Реквием? Так, каналы открываем. И подписок нету. Да. А жаль. Поехали, Тимофей. Ребята, у нас на канале есть специальное видео, как открыть подписки. Ищите это видео и открывайте подписки и выигрывайте. Ольга Москалец, прошу мне. Хорошо, конечно. Главное открыть подписки. И мы с радостью вам вышлем ваш приз. Нет, Ольги тоже нету. Ни подписок нету, ничего. Жаль. Поехали. Что у нас там дальше? Собираются комментарии. Смотрите, Ольга Москалец, второй раз, второй день.
раз человеку повезло, и сейчас он написал, что он Вова. Вова. Надо было попросить взрослых открыть подписки на этом канале, и ты бы выиграл. Второй раз тебе везет, и никак. Поехали дальше, Тимофей. Поехали дальше. И мы ищем победителя на Спрайзен Реквием. Я разбирал Эрипера, да, Рима, значит, кто-то чего-то разбирал, как мы Волтрекова четвертого разбирали, но в конкурсе не получилось участвовать. Что ж, поехали дальше. Да что ж мы не можем найти победителя на Реквием? Ищем, 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 кто же это сейчас будет? Саша Гришко. Подождите, а у нас же Саша Гришко только что был, да, по-моему? Да. Саша Гришко только что выбирал его рандом. Ребята, вы посмотрите, ребятам везет по два раза. Шанс дается даже вот такой, но подписки не открыты. Поехали дальше. Неудивительно, если они будут попадаться по три раза. Ну, посмотрим. Видишь, ребята счастливчики, а подписки не открыли. Люблю Бейблейд. Мы тоже любим Бейблейд. А подписки у тебя открыты? Ты не представился, не знаем, как тебя зовут. Он 1C получается. Здесь пока ничего нету. Жалко. Ну что ж, мы тебя просто поддержим в твоей любви к Бейблейду. Поехали дальше, Тимофей, нажимай. Спрайзен Реквием кого-то ждет. Кто же это? Кто же это будет? Неужели мы даже на него не найдем победителя? Найдем. Надо, главное, немножко подождать. А я дуже хотів, Галактнему. Ты дуже хотів, и мы тебе дадим Спрайзен Реквием, если будут открыты подписки. Тебе повезло, и ты получаешь Спрайзен Реквием. Пожалуйста, ребята, свяжитесь с нами и получите свои призы. Призы, вот такие вот Бейблейды. Они у вас уже заждались вас, понимаете? Поздравляем победителей! И новый конкурс на Экскалиуса 4-го. Условия все те же. Подписки должны быть открыты. Подписываться на наш канал и писать комментарии. А теперь приветики! Вася Васильев, привет! Костя Коновалов, привет! Артем Бейблейд, привет! Привет, Андрей Тигенов! Илья Комаров, привет! Фрида Лохой, здорово! Ваня Марковкин, тебе привет! Никита из Шапитовки, привет! Борис Габеев, привет! Саша Фантон, Литвиненко Алексей, привет! Привет, мистер Техник! Артем Павлов, здорово! Тимофей Мегабей, привет! Ваня Плей, привет! Влад Топ, привет! Уточка ТВ, привет! Канал Зябликова, привет! Максимус, привет! Макс Профессионал, привет! Принимай участие в конкурсах, смотри мои видео, подписывайся на канал Тивитыч и пока!